В социально-педагогическом центре состоялось выездное заседание суда по лишению родительских прав жительницы Старобина. У женщины трое несовершеннолетних детей 2015, 17 и 20 годов рождения. Женщина злоупотребляет спиртным и вместе с сожителем ведут аморальный образ жизни. И хотя женщина утверждала обратное, факты говорят сами за себя. Для несовершеннолетних не созданы полноценные условия. Их мать совершает прогулы на работе и злоупотребляет алкоголем. Поэтому решение однозначное – лишение родительских прав. В 2023 году в Солигорском районе лишено родительских прав 25 родителей в отношении 30 несовершеннолетних детей, которые ранее были признаны нуждающимися в государственной защите и отобраны у родителей. Большая часть детей из этих находилась в детском социальном приюте. Конечно же, основной причиной лишения родительских прав является то, что родители не выполняют план мероприятий защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, которые утверждаются. Как показывает практика, большая часть случаев связана с тем, что родители самоустраняются, отклоняются от выполнения родительских обязанностей, а также злоупотребляют спиртными напитками. Детям, родители которых лишены родительских прав, органы опеки подбирают замещающие семьи.